В Магадане сгорел частный дом. В момент возгорания в нем находился спящий мужчина. Он проснулся от того, что горит стена, сам вызвал пожарных. На месте ЧП в микрорайоне Марчикан по улице Литейной работали подразделения специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники поисково-спасательной службы мэрии Магадана. Всего 14 человек личного состава, 4 единицы техники. С огнем удалось справиться за 6 минут. Сложности состояли в том, что был ветер, выпал снег также, технике было тяжело добраться туда, дороги не почищены. И также то, что дом был обшит пенопластом, как снаружи, так и внутри. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил стены, потолок и крышу. Выгорели мебель и личные вещи владельца дома. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы обогревателя.